Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, депутаты парламента России, прежде всего хочу вас поздравить с приближающимся праздником – Днем Победы. Сегодня я представляю кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для утверждения на должность председателя правительства Российской Федерации. Вы знаете, это решение было принято мною давно. Я сказал об этом открыто, заблаговременно, до выборов депутатов Государственной Думы и до президентских выборов. Так что и моя позиция, и позиция Дмитрия Анатольевича Медведева, она перед обществом была сформулирована заранее. Мы ничего не меняли в своей позиции, ничего не выставляли для парламента, для общественности такого, что можно было бы назвать какой-то подтасовкой или какой-то политической игрой. Мы все делали абсолютно открыто, с самых первых шагов. Мы все знаем Дмитрия Анатольевича как опытного политика, нацеленного на преобразование, на развитие, как человека, который искренне любит свою родину, Россию. В открытом диалоге с гражданским обществом им были начаты важнейшие преобразования. Преобразования, направленные на повышение эффективности госаппарата, построение правоохранительной и судебной системы, способной защитить человека, защитить правду и справедливость. Именно по инициативе Медведева Дмитрия Анатольевича Государственная Дума приняла целый пакет антикоррупционных законов, усиливающих общественный контроль за деятельностью чиновников. Уверен, что Дмитрий Анатольевич Медведев будет открыт для конструктивного сотрудничества со всеми партиями и общественными движениями, с парламентом страны, с парламентскими фракциями. Напомню, что именно президент Медведев инициировал изменения в законодательство о политических партиях. Были серьезно расширены возможности для их регистрации и участия в выборах, в том числе и в Государственную Думу. Особо отмечу, что Дмитрий Анатольевич считает своей важнейшей задачей увлечь общество идеей модернизации, технологического прорыва, что крайне необходимо для нашей страны сегодня. И это стремление воплотилось в яркие, живые проекты по поддержке талантливой молодежи, по развитию образования и научных центров, инновационного бизнеса. Не сомневаюсь, что целеустремленность, политический и управленческий опыт помогут Дмитрию Анатольевичу Медведеву решать самые сложные задачи на посту председателя правительства Российской Федерации. Уважаемые депутаты Государственной Думы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации прошу вас дать согласие на назначение Дмитрия Анатольевича Медведева председателем правительства Российской Федерации. Рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо большое.